Итак, мы на пике Виктория. Как тебе, Ань, пик Виктория? Я просто потрясена. Я сам потрясен. Всегда это наблюдал по телеку. Нет слов. Это стоит того, чтобы пересечь, не знаю, чтобы лететь сюда 10 часов, да. Я вам рекомендую. А какой здесь воздух потрясающий. Очень приятный лесной запах. Цветение каких-то нам непонятных цветов. Здесь реально джунгли, а там внизу реально джунгли. Тут везде джунгли. Здесь везде джунгли, какие только... Да. Вообще мы пойдем дальше, конечно. Сейчас немножечко вместе с вами пройдемся по этой дорожечке. Да вдоль склона, наверное. Да, птички, как слышите. А потом мы поднимемся вон на ту... Да, мы поднимемся, она в тумане, ее сейчас не видно. Еще выше поднимемся. Мы же приехали за приключениями. Каким образом я оказалась в Гонконге? Я не понимаю. Это невидимая нам птица поет, птица счастья. Сообщает, что все будет отлично в этом году. Потому что мы были в Гонконге. На, Ань, сними меня тоже. Ну вот, Гонконг как на ладони. Как на ладони. Моя мечта осуществилась. Я на пике Виктория, Гонконг передо мной. Финансовый бизнес, тут все очень. Какое у тебя впечатление первое? Впечатление. И самое пока на сегодняшний день, самое яркое. Но так как все-таки мы приехали с большого города тоже. Здесь очень динамичный город. Жители все бегают, как и мы в Москве. Очень быстро. Все куда-то летят, спешат, деловые лица. Вот там, вот посмотрите, пожалуйста, внимательно, вот на это стоит. Липа-центр. Мы, кстати, пришли оттуда. Если видно, это вот сейчас светится банк Китая. Вот особо не видно. А, ну видно вот этими треугольничками. Вот там рядом справа Липа-центр. Мы оттуда. Аж с той станции метро забыл название. Метро чистое, в метро холодно. Кондиционеры настолько мощно работают. Там дубак реально. Если получится, мы там снимем видео. Да. Но здесь приятно, здесь очень приятно находиться на пике и дышится, и воздух, все замечательно. И контраст между тем, что внизу, да, и тем, да, что да, наверху. Да. Эти склоны, вот этот вот застывший город, застывшие небоскребы, как картинка. В общем, нам пока особо еще не верится, но мы тем не менее здесь. И вам советуем, приезжайте, но далеко. Погнали. Да, наша Раша, погнали. Все, пока.